поисковики. Какой вклад они вносят? Казалось бы, это весьма непопулярная профессия. Так зачем она нужна? Но за одним словом поисковики скрываются человеческие жизни, целая история рода и нашей страны. Поэтому в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» прошла творческая встреча с представителями поискового движения. Это Клементьев Андрей Николаевич и Лященко Андрей Викторович. На счету этих людей десятки и сотни поднятых красноармейцев и фашистов. Они остаются верны своей профессии, ведь для них это не просто человек, а целое прошлое. Прошлое красноармейца. Прошлое страны. Лященко Андрей Викторович приготовил для юных журналистов несколько песен на гитаре, а Клементьев Андрей Николаевич показывал ребятам коллекцию найденных вещей красноармейцев. Кто, если не мы? Вот последние строки песни, исполненные Андреем Викторовичем Лященко, с которыми трудно не согласиться.